Сразу прошу прощения у своих подписчиков и гостей канала, но у меня как ночь, так мне работать приспичивает. А днем у меня клиенты, и мне не шьется и не работает. Так, это мои помощники. Смотрите, у меня здесь пицца. Пицца двухсторонняя. С этой стороны вот такая. Вот видите, даже видно, что кусочки. Там и флизелин внутри. В общем, слоев 6 у меня там. И вот я плохо, как бы, может быть, видно, но фломастером черным расчертила. Ну, такие, как это сказать, листочки. О, даже не знаю слова, как подобрать. Ну, в общем, так графически похожие листики будут. Ну, такой немного осенний цвет. Я хочу сделать отдельными фрагментами все свои красоты осенние, которые вы уже 100 раз видели. Да ну и тебя сниму, и тебя, помощница. И вот у меня, видите, уже интерьер стоит. И сюда нужны листики. Ну, однозначно они нужны. Хочется что-то такое слегка зелененькое. Поэтому приступаем. Надеюсь, у меня все получится. Ну и как всегда, не получится, значит, видео не выйдет. Ну все. Первую партию листиков я доделала. Декор. Но я хотела, чтобы они были более зеленые, а они получились такие же тыквенные, как и сами тыквы у меня. Но это не страшно, так как следующая партия будет более зеленая, либо зелено-коричневая. Вот она, еще одна моя помощница пришла. И я в декоре я покажу уже, как бы, и просто я хочу показать поближе, видите, как получилось. Это все свободно-ходовой стежкой. Свободно-ходовой стежкой. Может быть, где-то что-то и неровненько, но от этого... И по одному шаблону, но они как бы получаются все такие, вот видите, несколько разные. Поэтому покажу потом я еще их, все эти свои изделия в декоре, в соединенном, как это все красиво смотрится, с тыковками, с чесночками, с перчиками, с большими, с маленькими. Все, всех целую, обнимаю. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите, пожалуйста, рекламу. Я вас всех люблю. Это второй блок, который пойдет на листья. Тот оказался слишком тыквенный, красно-оранжевый. Листики оказались красно-оранжевые. Поэтому я делаю второй блок. Все-таки мне нужна зелень. Посмотрите, какой классный у меня есть кусок ткани. Это органза еще очередного оттенка. Ну, а с этой стороны всякие кусочки. В листиках это будет несколько непонятно, интересно и красиво. Поэтому сейчас я сажусь делать листики, выстрачивать, потом вырезать и уже заканчивать их. Надеюсь, в этот раз я не забуду показать этапы того, что я делала. Так, ну что, один листик у меня готов, зелененький. И 11 штук таких будет. В этот раз у меня, видите, какие? Ну, у меня в этот раз они все разные. С обратной стороны тоже кусочками. А с этой стороны вот кусочек ткани такой зеленоватый, осенний, цветной. Очень нравится мне эта тема. Единственное, что листики я сделала очень простенькие. Это будет идти декор. Либо это будет очень дешево в продаже, либо у кого там 3 единицы остального декора, чеснок, там перцы, тыквы, листик будет идти в подарок, скорее всего. Вот мне так хочется. Я девочек попрошу, чтобы они за этим проследили. Ну, все. Ничего особого нет. Свободно ходовая стежка. Листики, перелистики, прожилочки. Все, осталось мне заснять весь этот мой декор в интерьере и выпускать видео. Все, всех целую, обнимаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Люблю, целую. Помощницы. А одна где-то спит.